продукции сейчас уже сотни, даже тысячи натуральной продукции. Что-то говорят по радио, обещают там исцеление и всякое такое. Человек иногда может просто растеряться. Я говорю, врач не может посоветовать, потому что компетентных врачей очень мало. Вот, к сожалению. И то это практики. Те, кто увидели сами какие-то результаты, не отмахнулись, не сказали, что диагноз неправильный был поставлен, не сказали, что это какая-то ошибка природы. А те, кто действительно вдумчиво отнеслись к этому. И вот у нас в компании работает 200 тысяч человек. Из них примерно процентов 15 – это врачи. Причем это лучшие всегда врачи. Люди, которые всегда, они всегда интересовались чем-то новым, даже если информация пришла не из аптеки. Просто врачи привыкли информацию получить из аптеки. К нам в поликлинику всегда приходили только из аптеки. Все остальное считалось, что это что-то неофициальное. Понимаете, на самом деле эта индустрия, она тоже, эта продукция, она тоже от Минздрава. И я хочу рассказать, я скажу сразу, что я ко всему натуральному отношусь исключительно положительно. И хорошо, если человек хоть что-то натуральное для себя использует, какую-то продукцию. Но если мы покупаем автомобиль, тот, на который у нас денег хватило, да, то что касается здоровья, здоровья своих близких, своих детей, мы, конечно, хотим самое лучшее. Я вам расскажу сегодня о самом лучшем. Не потому, что я представитель этой компании, а потому что я специалист в этой области. Я знаю, что лучше. Именно поэтому я работаю с этой продукцией, с этой компанией. Вот. Поэтому я расскажу о преимуществах. И вы всегда сравнивать будете, сравнивая, вы будете делать правильный выбор. Значит, эта продукция 100% натуральная. Она производится ведущим производителем в Европе. Это концерн Арка Фарма во Франции. И совместное предприятие в Ирландии, где чистая вода, чистый воздух и так далее. Вот. То есть та самая Франция, которая на первом месте до сих пор по здоровью. Второй момент. Эта продукция делается по стандарту GMP. Good Manufacturing Practice. Это означает, что это наивысший международный стандарт и для фармацевтической промышленности, то есть и для лекарств, и для натуральной продукции. И очень долго мы были одни вообще в России, которые делаются, наши лекарства в России не могли даже делать по стандарту GMP. Сейчас несколько заводов борются за это право в России. То есть вот здесь они это делают уже вот больше 10 лет, и только-только становится вот несколько предприятий борются за это. Мы это, у нас чай даже лечебный, о котором мы не говорили, просто травяной чай, приятный чай, значит, который не делает такой революции в организме, но он тоже по стандарту GMP, то есть наивысший стандарт даже для фармацевтических лекарств, фармацевтических препаратов. Значит, третий момент. Это единственная компания, которая работает с Всемирной организацией здравоохранения. Я думаю, вы знаете, что это за организация. Вот. И это организация, которая очень трепетно относится к тому, к каким-то коммерческим организациям, чтобы не использовали авторитет Всемирного здравоохранения. Но с нашей фирмой Всемирное здравоохранение имеет совместные проекты. Значит, единственная продукция, которая работает в космосе, это продукция компании Vision. О чем это говорит? Я думаю, о двух вещах. Первое, что продукция абсолютно безвредно, никто бы не рискнул здоровьем космонавта, там крутятся миллиарды долларов на орбите, хотя бы этим уже не рискнули бы, да? Жизнь-то у нас не очень-то дорожа. Второй момент, это значит, что продукция это не номер 5 по здоровью продукция, не номер 5 и даже не номер 2, это продукция однозначно номер 1. Вот. И весь секрет, конечно, то, что находят в врачебные справочники, есть результаты клинических испытаний, во врачебные справочники входят, но врачи не знают, что это такое. Даже учебник по детским инфекционным болезням для врачей-педиатров. При каждом заболевании, начиная с ОРВИ, заканчивая СПИДом, гепатитом, везде написано продукция Vision, 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 Vision. Вот. То есть детям, маленьким, грудным, ну, значит, взрослым и вовсе, как вы понимаете, все это совершенно безопасно, безвредно и, самое главное, эффективно. Но секрет весь в технологии, потому что многие компании используют подобные травы. Допустим, там кошачий коготь, там мартини душистый, эхинацея, там шиповник, да, какие-то такие ценные растения, спирулина. Но вот когда наши бабушки заваривали, заливая кипятком, они получали в процентном соотношении
компонентов живых только 2-3%. Ну что может живого остаться от кипятка? И вот именно Арка Фарма, этот концерн во Франции, он имеет технологию, которая, благодаря которой все полезное из трав сохраняется живым на 97-98%. Чувствуете разницу? 2-3 и 97-98. То есть организм сразу получает в живом виде помощь. Вот по такой технологии сохраняют банк спермы. Вы знаете, годами хранятся клетки, и потом могут детки родиться. Вот, от слияния с женской клеткой. Там это можно образно сказать, что это живая клетка, здесь действительно образно живая трава. Вот. Вот в чем секрет. Секрет технологии. И только у этой компании, только у этого производителя вот такая технология, которая на две головы выше всего остального. Это я вам уже как специалист-нутрициолог говорю. Всего остального. Я ко всему хорошо отношусь к натуральному. Для своей семьи, для своих детей, для своих внуков и для своей работы я, естественно, хочу пользоваться только самым лучшим. Вот. И вы знаете теперь, что самое лучшее на самом деле. Вот. Значит, для того, чтобы помочь себе перестроить обмен веществ в сторону нормы, нужно от 3 до 6 месяцев. Мы годами нарушаем наш обмен веществ, но, слава Богу, не годы понадобятся, а всего лишь месяцы для того, чтобы нормализовать обмен веществ настолько, насколько можно у данного конкретного человека. А это возможно и у пожилого, и у молодого человека, и особенно замечательно у детей. Вот самые лучшие результаты, самые яркие, самые, кажется, что фантастические у детей, хотя вот и у взрослых, вы слышали, действительно, тоже с точки зрения нашего представления о возможностях медицины, тоже фантастические результаты. Вот. Значит, и нужно, конечно, как вы думаете, если мы столько лет нарушали свой обмен веществ, можно ли одним месяцем все перестроить и, скажем, одной баночкой? Конечно, нужна программа. И наши специалисты, они все обученные, они все профессионалы, вы можете им доверять, это все мои ученики. Они знают, что лучше, хотя у нас есть один комплект, у нас не лекарство, это от головы, там, это от ноги, это от руки. У нас в целом, у нас есть комплекс, который нормализует обмен веществ, и организм сам уже направляет туда, куда надо, все необходимые, вот этот богатейший состав компонентов, которых у нас не хватает, и вдруг организм их получает вот в совершенно живой, доступной форме. Поэтому абсолютное большинство результатов уже в первый месяц применения. Я помню Галю Корнееву, которая сегодня еще не выходила. Да, она, когда начинает свой перечень болезней, это действительно там огромный перечень. Это вот у нас все женщины, заметьте, все такие молодые, красивые, хорошо выглядели, да? Вот. А вот уже не поверишь, что она такая больная. Я помню, что головная боль у нее буквально через, значит, в первый же день перестала голова болеть. Понимаете, то есть какие даже могут быть результаты. Вот. Но все равно это нужна программа для того, чтобы нормализовать обмен веществ, а не как лечить опять какую-то вашу проблему. Лечением многие уже занимались, и вы видели, это безуспешно. Надо в целом поправлять обмен веществ, организм лучше знает, где у него проблема. И нормализовать иммунитет, потому что сейчас проблема онкологии – это очень серьезная проблема. И она связана четко с иммунитетом людей. У 100% населения дефицит по витамину С. Это один из самых главных витаминов иммунитета. И у 100% населения, то есть мы все, что называется, в опасности, те, кто БАДы не пьют, мы все в опасности, каждый может заболеть раком. К сожалению, это так. Поэтому это и профилактика, это и решение проблем, и профилактика каких-то новых проблем. То есть это целая оздоровительная система. Когда человек принимает что-то очень сильные, какие-то хорошие, идет мощное средство, мощная идет волна такая хороших материалов, идет перестройка такая, перестроечный момент, и вот эта перестройка может выразиться в каком-то дискомфорте. Где-то что-то может посильнее заболеть. В какой-то момент вы почувствуете где-то что-то. Вот. Но это, во-первых, на фоне общего хорошего самочувствия. И это проходит. Это не побочные действия наших продуктов. Это закономерный ход событий. Это очень быстро идет перестройка. Это идет очищение от шлаков и токсинов. И вы это почувствуете через несколько дней. Все это уходит и наступает результат. Наши специалисты всегда радуются, когда есть вот эти вот симптомы чистки, как они говорят, очищение. Вот. Хотя кто-то может этого не заметить. Очищение все равно обязательно будет идти. Мы все с вами пили антибиотики, мы все плохим воздухом дышим.
мы все едим плохую пищу, поэтому очиститься надо всем нам, правда же? И вот здесь идет ощущение естественным путем, и некоторые это замечают. Перестройка, она хоть на уровне государства.